Привет. Сегодня мы делаем необычную работу. То есть делаем это первый раз. Шумоизоляция под натяжной потолок. Короче, клиент купил вот такой вот такой материал. Это у нас Acoustic Now называется. Безопасная минеральная звукоизоляция. Короче, она идет, как нам сказали, сегментами. Вот так вот. Короче, мы будем крепить ее с помощью вот этих грибков. На 8. Угу. Если не на 10. Ну и вот так. Короче, тут проблема, там все сверху слышно. Соседи топают. Все. Сейчас в таймлапсе будем снимать. И, ну и дальше будет натяжной потолок, белый матовый и одна люстра. Все, начинаем. А, сейчас можно характеристики еще прочитать. Вот она. 46 дБ. Звукоизоляция перегородки. 12 квадратов. Используется для звукоизоляции межкомнатных перегородок и межэтажных перекрытий всех типов зданий и сооружений. Все, мы начинаем работать, короче. Так, ну все, почти что половину мы сделали. Вот так вот получается.
принципе, для первого раза, я думаю, нормально. Тут пробурились. Пыли, конечно, очень много. Короче, бурим десяткой, буром. Ну, этот гриб, гриб вставляем. 70-й получается. Ну что, сейчас будем продолжать. Сейчас забурим все под люстру. Дырки сделаем, саморезы там вкрутим, чтобы сильно не рвать эту шумоизоляцию. Так, короче, мы закончили. Сейчас будем делать натяжной потолок. Вот так это все получилось. Там кусочка, получается, не хватило. Но, ну блин, рулон же не покупать из-за этого кусочка, правда? Вот так. Короче, тут 12 копейкин, 12,5 квадратов, а в этом рулоне что-то 12, по-моему, ровно. Вот так вот. Тут, конечно, перепад еще по плитам бешеный. 9 этаж. Ну, пыли, конечно, угол. Много было пыли. Все, сейчас начнем багетить. Тут будет одна люстра только по центру. Ну и все.